преддверии Дня воздушного флота России мне выпал уникальный шанс воплотить в реальность мою давнюю мечту. Когда мне предложили прыгнуть с парашютом, я не раздумывая согласилась. И даже когда узнала, что прыгнуть придется не один, не два, а целых три раза, мое желание только возросло. Мое приключение началось за день до праздника. На аэродроме в Белом Ключе с площадью 270 гектаров подготовка к прыжкам ведется основательно. Из подробного инструктажа я узнала все подробности моего будущего полета. Второй сразу же не сидит на лавочке, а встает у него за спиной. Третий, соответственно, далее за спиной. Приготовились. Пошел. Приготовился. Нога. Практические тренировки являются важным этапом при подготовке к такому серьезному шагу. Имитация сброса с самолета, моделирование опасных ситуаций и их устранение, упражнения в прыжках – все эти действия, несомненно, дают положительные результаты, разминают мышцы и вселяют уверенность. Целый час лекций, 2 часа тренировок, инструктаж позади. Казалось бы, можно выдохнуть спокойно, но нет, самое интересное еще впереди. Страха нет, но есть дрожь, ожидание чего-то необычного. Шутка ли покорить небеса? Самолет нас посадили в 2 ряда, в зависимости от веса. По правилам, самые тяжелые прыгают первыми. Среди 9 человек моя очередь была 8-я. Пока я любовалась видами за окном, я и не заметила, как подошел мой черед. Вот он, самый знаменательный прыжок в моей жизни. Круглый купол парашюта площадью более 82 квадратных метров раздулся над головой сразу. Приземление прошло успешно. Самым тяжелым заданием в буквальном смысле этого слова оказалось донести парашют до машины. Общий вес такой махины ни много ни мало целых 23 килограмма. Свой первый парашютный прыжок я совершила со специального управляемого парашюта для тренировок D-15U. Теперь страхи перед неизвестностью остались позади. Удалось ли мне покорить небо, пока говорить рано. Но вот оно-то меня уже точно покорило. Эльвира Зямалова, Павел Макаров, новости «Ульяновская правда».